Если сердце каждой крупной больницы – оперблок, то его душа – операционная медсестра. От нее зависит, насколько чисто, тихо и надежно будет там, где борются за жизнь. В работу операционной сестры входит подготовка операционной. Следить за вопросами асептики, вопросами антисептики, качественного подготовки хирургического инструмента. Кроме того, вы же сейчас знаете, что уже не зажим и скальпель в работе операционной сестры используется. Используется сложная технологическая аппаратура, эндоскопические стойки, нейронавигация. У Яны Печенниковой, как и у большинства операционных сестер, за смену по несколько операций. Нередко разного профиля – гинекология, эндокринология, лор-патология. И везде нужно понимать тонкости хирургического процесса, знать инструментарий, четко, слаженно и, что важно, без лишних движений работать в команде. Просто иногда, допустим, хирурги не могут поднять даже голову от раны, и ты должна уже знать, что ему нужно. Вот это опыт. Хирурги говорят, операционная сестра – наша правая рука. От нее, в том числе, напрямую зависит исход операции. Ежедневно совершать маленький подвиг способны только ответственные, стрессоустойчивые и искренне любящие свое непростое дело. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.